Здорово, Триборн. У Питера Андерсона вышел новый видос, называется «Новый год против день рождения». Давайте его посмотрим, уверен, будет офигенно, как обычно. Погнали. Новый год против дня рождения. Родители, день рождения. О, вы подарили так. Мне PlayStation 5! Фига себе. 5! Только это, по-моему, четвертая коробка, нет? Слушай, что PS5 Pro скоро выйдет! Её достать... В смысле, прям скоро? Чего первый раз об этом слышал, ладно? Можно было, да? Вы вообще меня не любите, сволочи такие! Родители, Новый так. год. Чё там Дед Мороз мне подарил? PlayStation 2! Че это такое вообще? Это DVD-проигрыватель? Да я как раз о такой и мечтал! Какой же раритет, где он вообще её такую редкую достал? Типа то, что подарил Дед Мороз, это все равно все круто, да? То, что подарили родители, надо на них наехать. Осуждаю! Спасибо им огромное! А вы что смотрите, а? В этот раз решили не позориться и вообще мне ничего не дарить. Сынок, вообще-то... Молчать! Ну... Какой он злой-то, а? Новый год против дня рождения. Сообщение. Новый год. Ну-ка. С Новым годом, бро. Нифига себе, Дэниел Рэдклифф поздравил, а? Нифига себе, здесь Зендая поздравила. Ну, а нифига себе! Какие люди! Кто это? Кто это? Непонятно. Но Новый год ведь уже как месяц назад наступил. Серьезно? Такие праздники празднуются долго. Такие праздники празднуются целый год. Так. А так мы еще забыли и про старый Новый год. Старым Новым годом, друзья! Праздник века! Сообщение, день рождения. Так. Кому ты нафиг нужен? Ну, Жиза. Ну чё, поздравляю тебя с тем, что я наконец нашла свои таблетки от склероза. Завтра выпью. Завтра забудешь, сегодня пей, бабуль. Пей сейчас. Новый год против дня рождения. Ёлка, Новый год. Что, он ёлку еще на день рождения будет ставить, что ли? Стой тут, красавица, через месяц уберу. Ёлка, день рождения. Да, не убрал, да? Нет, сегодня же 24 августа, с днем рождения. Да-да, спасибо. Жиза для многих, но я ёлку убираю быстрее. Уберу я тебя когда-нибудь. Уберу. Через годик, да? Когда Новый год пройдет следующий. Новый год против дня рождения. Оппозиционер, Новый год. С Новым годом. Так, я против власти, этого смотреть не будет! Все проваливайте отсюда, я знаю вам... А телек-то зачем разбивать? Платили за то, чтобы вы все это смотрели, стройте тут за госбюджет мира довольные! Еще бы с Соловьёва побежали с ложи! Не-не-не-не, спасибо. Позиционер, день рождения. Так. Ну что, теперь нечего критиковать. О, вы знали, что мой день рождения 16 апреля? А ваше 24 августа. Внимание, страна такая, выбрали такого ужасного президента в 1978 году, просто не умел управлять страной. В 1978 году не было президента. Его даже не выбирали, это все было подстроено и проплачено. Ужасная власть. Новый год против дня рождения. Погода, Новый год. Так. Паночок, иди-ка погуляй. Действительно, в холод, ага. Хорошо погулял, да? А, я так и думал, что он вот так будет примерно гулять. Что это за игра? Фри, непонятно. Ты чё тупой? Тебя кого я спрашиваю? Он в реальности пошёл, блядь! Ну хоть другу позову. Как думаешь, когда разрабы это пофиксят? Почему во время главного праздника в году такой дубак? Никогда не пофиксят, никогда. А, ты уже ничего не думаешь? Ой, бедняга, мне кажется, нужно было одеваться как можно теплее. Доктор Манхэттен. Неплохая отсылка на хранителей. Алло. А почему не аватар? Ок. Можно одну каретку сюда? Погода, день рождения. Так. Чёрт, у меня ж сегодня днюха! Всех друзей же позвал! Мы тут уже 3 часа у тебя под окнами стоим. Алло, морг, все свободные кареты сюда. А зачем ваши друзья и так получаются в своего рода холодильнике? И то верно. Не виноват же, что у меня и днюха зимой. Ты же говорил 16 апреля. Эй, не при... Чё-то я немного вообще запутался, если честно, уже. Новый год против дня рождения. Игры. Новый год. Прокачусь-ка на снегоходе, лыжах, сноуборде. А что за игра?
Это что, это GTA или мне показалось? Наверное, показалось. Игры, день рождения. Прокачусь-ка на снегоходе, лыжах, сноуборде. Могла бы хоть на днюху новую игру подарить. Не помалкивай. Я так понял, что ему надоело, ты окей. Ты же уже как 50 лет назад стухшие носки деда. Я сказала, помалкивай. Откуда истока? Поскольку в нашей стране запрещено химическое оружие, вы... Кстати, да. Говорили вашему сыну слишком много тухлых носков и отправляетесь в колонию строгого... Бедняжка. Режима на 15 лет. Нифига себе. Справедливо. Даже не буду оспаривать. Новый год против дня рождения. Так. Подарки, Новый год. Ну что, дружочек дорогой, готов к подарочку? Только не Слизерин, только не... Только не носки, только не... Хорошо. Конечно, не носки. Пена для бритья. Один. Пена нынче тяжелая. Подарки, день рождения. Че смотришь, тупица? Я тебе ничего дарить не должен. Согласен, ты что вообще здесь делаешь? Иди отсюда, дед. Это в качестве подарка деньги. Шиза. Новый год против дня рождения. Шампанское, Новый год. Бать, можно шампанское? Честно, да, конечно, бери, только оно ядрёное. Какая-то странная пробка у шампанского. Люто, на страх свой риск. Ой, на стрих свой раз. Зачем? Бать, я уже бью больше, чем ты, да? Чё там такое? Прекрасно себя чувствую. Пойду чего покрепче найду. Шампанское, день рождения. Мама, можно шампанское? Что шампанское? Детское. Да ты совсем охренел? Если у тебя день рождения, не значит, что тебе все позволено. Льёшь мне весь дом, неделю на ногах стоять не будешь. Понял я. В смысле, на неделю на ногах стоять не будешь, а как буду стоять? Я лежать буду! А, все, зашибись! Либо сидеть, вообще замечательно. Ой, батя мне, конечно, разрешал, да и мне 21 как бы исполнилось. Лучше можно кроме этого попить. Детское шампанское. Так я такое и просил. Ладно, попью я вашу послащенную водичку. Ой, ядрён батон, что за трава? Ну, согласен, мне кажется, в детском шампанском химозы очень много. Ничего крепче не пил, что я выпил? Не знаю, правда, как это работает. Специально торт даже купил, что ли? Ребят, всех с наступающим. Надеюсь... Спасибо, тебе тоже. Мне этим видео удалось немножко поднять ваше новогоднее настроение. Есть такое. Или, может, даже обычное настроение. Если это так... Настроение обычное явно удалось поднять. Спасибо большое. Так, поставьте, пожалуйста, лайк. Подпишитесь на мой канал с колокольчиком. Еще напишите в комментариях, какой праздник. Я практически первый. Ну, типа, я первый лайк поставил. Ну, типа, это потому, что у меня еще не обновилось. Вы все-таки любите больше Новый год или день рождения? Ну, я даже не знаю, если честно. И то круто, и то грустно, потому что... Потому что мы постоянно стареем, блин, на год. И, типа, постоянно время бежит слишком быстро. Из-за этого грустно, но весело. Поэтому круто. Ну, как бы, я не знаю, я не могу выбрать, мне и то нравится. Я, возможно, там все пролайкаю, поотвечаю, короче, вперед, я вас верю, и теперь другие мои видосы зацените, что ли, и все. Я все посмотрел уже. Всем удачи, всем хороший ролик получился. Добрый, позитивный, веселый. Я поржал от души. Огромное спасибо Питеру. Присоединяюсь к поздравлениям с Новым годом во всех, друзья. Счастья, здоровья, всего самого наилучшего. Если вам понравилась моя реакция, лайк, подписка, комментарий. Не забывайте прожимать бубенчики. Все интересующие ссылочки в описании. С вами, как всегда, был Реборн. Спасибо за просмотр. Пока.